Бисмиллахиррахманиррахим. Мирбан, хам, махаббат, ясабулган, Аллах и Самаблян. Ихтибаргзга, бетен, дня татарлары конгрессанын Башкортстан вакилдиги һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз милләт. Җөмләбезгә рәхәт бирсен, я илаһил аламин дип дуалар кылмактабыз. Әйе, безләргә үз гомеребездә, үз дәвребездә хөкүмәтебезнең, халкыбызның иманын күрергә насип әйләде. Бүген Башкортстан җөмһүрияте тагы да бер гүзәл вакыйга. Бүген сезнең игътибарыгызга ватаныбыз, милләт, дин һәм исламиятның байрагына гашыйк булучыларның, гашыйк булучылар, димәк, мөхәббәтнең иң югары ноктасында булучылар. Алар ватан, милләт, дин һәм исламият юлында гайрат итүчеләр. Әнә алар үзләренең фикерләрен шулай гәүдәләндерә. 2019 елда нигез салдык мәчетнең. Мәчетнең нигезе башладык. Документлар буенча барысында әнинең исеменә отырып, шуның өчен бу мәчет София исемле. София мәчете инде. Бу мәрхүм әнинең исеме. Шунан ковидлар вакыты җитеп, чирләп 2 ел без эшләмәдек инде. И менә бүген көне үзе тәмамладык башта инде. Әйтәсе килә, мәчет ул мусульманнарны объединяет, бер-беребезне бер тонышалар, вот, сөйләшеп утыралар. Монда барса да үзебездән тора бит инде. Бер кеше дә кешләп китермей. Ишек копка ашык. Шуның өчен без копканы ясамадык та, куймадык та пока. Ала беса куярбыз инде. Әйтәләр бит инде, гомер бендә копка ашык бергә тиеш. Мин, конечно, шатман бүгенге көндә шушы бик авыр нәрсәләрне җиңеп чыкканга. Әлхамдулилла, изге көнебезгә, байрамыбызга җиттек. 2002 ел элек 14 май көнендә нигез ташын салган иде Суфия мәчетенә. Инде бүген ачудан тана ирештек, ананың рәхмәте белән. Монда бик күп хезмәт кылдылар мөселманнар, туганнар, кардәшләр. Иң зур хезмәт кылган хамдаки мәчетнең төзелешенә күп көч салган, күп бәрәкәт биргән кардәшебез Ринат Тимербай улы Гизатуллин һәм аның туганнары, кардәшләре, нәселләре һәм дә кинде әйтик инде Рәис абый дип әйтик һәм дә ки шу йөрдә яшәгән мөселман кардәшләребез һәм дә ки бигрәк тә менә шул Ринат Тимербай улының әйтик инде нәселләре, балалары, апалары, кардәшләре тоздыр хезмәт кылдылар һәм мәчет салуда алар инде нигез булып торалар. Әлхамдулилләһ, ләкин ябай халыкта апайлар, агайлар, нәкәшләр барса да катнашты. Минем әйтәсем үтәсем килә Илшат Самат улын, Наил Әнвәр улын, һәм дә ки Илдар туганны, һәм дә ки Рәзим абыйны, һәм дә ки барча мәшһүр мөселманнар рәхмәт әйтәсебез килә. Инде ул зур шатлык, зур сөенеч. Мәчетнең мәгънәсе ул намаз укырыктар гына җир түгел, мәчет ул телдә, диндә, мәдәниятдә, әдәбиятта, тарихта, берләмлектә балаларына ислам динен тәрбия кылуда һәм киресе булганга мирас калдыруда инде әлхамдулилла шөкер дибез. Инде Аллаһа Тәгалә ушбу мәчетләребезне балалар белән, халык белән тутырып, дин исламны алга җибәреп, Шихабет Димәрҗани хәзрәтләре әйтте, өч нәрсә милләтне саклыйды: тел, дин һәм гореф-гадәт диде. Бердән булып, бергә булып, инде динебезне алга җибәреп, тарихыбызны онытмыйча, гореф-гадәтләрен тотып, шушы сөекле пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм килгән дин, ислам динен таратырга һәр барчабызны насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хак тирки, киләчәкнең бөтен шәшәкләре бүген кулыбызда тоткан орлыкларның ишендәдер. Сабыйларыбыз, балаларыбыз, алар киләчәкнең инженериясы, алар киләчәкнең архитекторлары. Күрәсез, алар Аллаһ сүзе Коръан Карим аят җәлилләрен
нинди самимият, нинди махаббат белән башкаралар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузу биллахи минаш шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин ар-рахманир-рахим. Малики йаумиддин, ияка на'буду ва ияка настаин. Ихдинас-сиротал-мустаким, сиротал-лазина ан'амта алейхим, гайриль-магдуби алейхим валяд-долин. Амин. Инна ахтайна каль-каусар, фасолли лиррабика ванхар, инна шаниака хуваль абтар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل خوا خات أواخ السمان لم لا ليد يولد ولم يكن له كفوا أحد بو شحنة тантаналы мәшет ашылышында халкыбыз бу байрамдә катнашучылар самими хисләрен әнә шулай гәүдәләндерделәр. Олуг байрам ул. Чөнки Булгак авылына шундый зур мәшет. Әлхәмдүлилла. Көннән-көн дин үсә, дин матурлана. Нинди матур көннәрне мәшетебез ашылу үзе зур байрам. Чөнки күрәсеме тире якта яшиллек, җир үзе намазлык, ә күккә багыгалы күктә ай должен мусульман. Ә йолдызларны инде мин тәсбих дип әйттем, санап кара. Менә әле безнең килүебез бик зур бәйрәм, шатланып килдек. Чөнки менә тиздән без Корбан гаетебез дә җитә. Шул Корбан гаетен котлап та мәчетебез ачыла кебек ниндидер бер бик матур халыклар киләләр. Әлхәмдүлиллә, монда имам хатиплар күп. Әлхәмдүлиллә, әниләрен шулай зурлаганга Худай аны зурласын. Әлхәмдүлиллә, бик матур итеп хәзерләнәр, ризык белән мәчет ачыла. Һәм чын күңелдән ул барыбыз өчен дә бәйрәм. Халыклар күп итеп йөрисен, чисталык, матурлык, пөхтәлек, аның ише шундый матур, кунаклары матур, шундый барысы да. Әлхәмдүлиллә, һәм беренче балалар матур итеп килеп керделәр. Үзебезнең хәзрәтләребез һәм бары уңышлар гына телебез һәр вакыт. Халык булсын, һәм аларның укыган дуалары, намазлары һәм теләкләре кабул булсын иде. Амин, амин. Дөньялар имен булсын. Һәр вакыт шунда мәчетләрдә җыелып, куанышырга, шатланырга ясын. Кадерле дин кардәшләрем, мин Әлшәй районы Мәндән авылының имам хатибы, мәхәллә председателе Фәрит Сафин булам. Шуша София мәчетен төзегән Ринат абый, Гизатуллинның туган авылы. Без үзебезнең мәчетебезне 15-нче елда төзи башлаган вакытта София апа һәм аның балалары безгә зур ярдәм күрсәттеләр. Мин үзебезнең авыл егетләре белән горурланам. Менә шушы Ренат абый, аның энесе Урал Гиззатуллин, Розалия туганым, София апа, алар барысы да безнең үзебезнең авылда буш урында мәчетне башлап җибәреп төзи башлаган вакытта бик зур ярдәм күрсәттеләр. Һәм менә Алла Тәгаләнең нигъмәте шулай була. Үзләренең туган авылларында мәчетне күтәреп, мәчетне төзеп бетеп, хәзер инде 4 елда без мәчетне төзеп беткәч, безнең авылыбызда хәзер 6-нчы ел мәчет эшли. Һәм инде үзләренең торган урыннарында да мәчет төзеп куйдылар. Алла Тәгаләнең рәхмәте һәм сәламе булсын барыбызга да, шушы мәчетләрдә эшләргә Алла Тәгаләнең ярдәме булсын. Күп итеп мусульманнардан үзелмәсен, намазлар укырга йөрсеннәр. Безнең шушындай мәчетебез әйбәт төзелгән, шул хәтле матур эшләнгән. Бөтен кешеләр дә йөрүгә язсын, үзебез дә йөрүгә язсын. Барыбызга да исәнлек, саулык. Мәчетебез
Хер вакытта да буш тормасын, кешеләр йөрүп торсын. Очень радостно, что сегодня вот такое знаменательное событие в нашем селе Булгаково, открытие мечети. Это уже третья мечеть в нашем селе, что очень радостно, что значит, что в нашем селе растет иман у людей, есть потребность в мечети, и будет возможность также посещать здесь занятия, намазы, переводить своих детей и учить их нравственности, иншалла. Мен ерактан келген киши ем, башкирия кишисе мен, менде бир мечет да юк, укый турган урын да юк, мен келгеч ушундай ишлер башланды, алхамдулиллах шүкүр, үчүнчү мечетти түзүп, мында укырга да язсын, иншалла, яшибиз зур, 90-га жетип келебиз. Мечеттерни көрүп, мечеттерде окуп, яшларны үйрөтүп, жолго бастырып, мына ушулай тирип, гүрлөтүп, шаттанып яшайбыз. Алхамдулиллах, ушул шаттыктар узун болсун, гүмүрлү болсун, халыклар мечетте тулуп турсун, бар балаларда Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, бирлеген билеп, намазлар укып, бәхет тәүфикларга ирешеп, шатланып, бонып, гыйлемнәр арып яшәргә насип булсын. Кемнәр гыйлем бирә, аларга савап булыр иншалла Аллаһ бирсе. Ни шатланып, бонып яшәргә насип итсен. Шушы тагын да мәчетләр, бишкә хәтле ашабызлар Аллаһ бирсе. Бәйрәмдә катнашучыларның җаннарына рәхәт, тәннәренә сихат булып, Алух ватаныбыз Русияның дөнья назаратының мақтаулы исемләре, медальләре һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Һәм дә бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллегенең җитәкчесе Альфред Дәүләтшин Коръан Карим китабының Казан басмасын бүләк итте. Газиз ва газаматлы жамағат. Хабарыгыз болсын ки, Уфа районы Булгаково бистесіндегі Суфия мәшітінің ашылышына бүтін Россия мұсылманлары үзәк діни зиратының рейсі, ұстазыбыз һәм әдип Шайхул Ислам Талғат Сафаулы Тажетдин Ғали жанабләре үзі сәлемләді. Сейчас только вот мальчик читал Коран-Карим, и мы все подняли руки. Это всего 7 предложений. Сура Аль-Фатиха, открывающая. И она же называется Ум-Маль-Китаб, мать всех книг. Это последнее откровение Всевышнего Господа миров, Аллаху Субхану ва Тааля, мы так его называем. Господь миров. Он один и един для всех. Нет отдельного христианского, отдельно мусульманского, отдельно иудейского, отдельно буддийского Бога. Все творение вокруг нас свидетельствует об этом. Как вот вся природа вокруг нас. Планеты, звезды, их порядок изумительный. Свидетельствует о единстве Бога. Вот мы когда проходили, видели дома, некоторые фирмы. Они по одному типу строят, другая фирма по-другому. А в Организации Объединенных Наций 193 государства. У нас в стране 193 больших и малых народа. И все разные вроде. Но у всех одна голова, двухголовых не видели. Вообще безголовых видели. И глаза, и уши, и руки, и ноги. Все одинаково, но разного цвета. Всевышний так создал, чтобы мы удивлялись друг другу. И он говорит, «Инна халакнакум мин закарин ва унса, ва джаалнакум шуубан ва кабаиля ли таарафу, инна крамакум индаллахи аткакум». Подлинно мы создали вас от одного отца,
и матери различными народами и племенами не для того, чтобы проливать кровь, убивать друг друга, а для того, чтобы литаарафу вы познавали друг друга. Мы сейчас будем отмечать праздник Курбан-Байрам, праздник приближения к милости Всевышнего. Обычно для этого совершается молитва намаз, соблюдаются посты. А в этот праздник мы просто режем барашков, приносим жертву Всевышнему Курбан и раздавать его с родными, с близкими, с соседями, со всеми угощениями, потому что за столом люди очень сближаются. И сейчас со всего мира сотни и сотни тысяч, несколько миллионов собираются на горе Арафат в субботу, иншаллах. Это день Арафа, где наш отец, праотец Адам и праматерь Ева, Хавва, после того, как Всевышний их направил на землю, они очень долго бродили. Ева была спущена около Джидды на берегу Красного моря, а Адам на Шри-Ланке, на острове. В книгах говорится, 40 лет они искали друг друга на земле. И вот на горе Арафат они встретились, обрадовались, и там несколько километров в сторону Мекки, на горе, в долине Муздалифа, они совершили никах и создали семью. Это год семьи у нас объявлен президентом Владимиром Владимировичем Путиным, нашим любимым национальным героем, не только президентом, национальным лидером, объявлен годом семьи. Но год семьи не может быть только один год. Это тогда будет временный брак. И семью мы не можем назвать браком. Если брак, то оттуда и дети тоже будут такие только бракованные. Был построен первый храм, первая мечеть. Храм Божий. Тогда не делились на такие, на такие, на такие. С тех пор от Адама, алейхиссалям, 124 тысячи посланников Божьих. Второй отец Нух, алейхиссалям, Ной. Потом Ибрахим, алейхиссалям, Авраам. Потом Муса, алейхиссалям, Моисей. Иса, алейхиссалям, Иисус Христос. Самый завершающий пророк Мухаммад, саллиллаху алейхиссалям, завершали вот это здание веры. И вера, все они учили этому. Самое основное, что объединяло их проповедь и объединяет по сегодняшний день и помогает нам понимать, находить взаимопонимание, возлюби ближнего. А пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, выразил это так. «Ля юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхибу ли нафсихи». Ни один из вас искренне, по-настоящему не уверует во Всевышнего Творца, вера его не будет искренней, пока не полюбит другого, своего брата и сестру. Да юмину, не будет верующим, пока не полюбит, хатта юхибба ли ахихи ма юхибу ли нафсихи, пока не будет желать другим то, что любит для себя, не то, что хочет. Это больше, чем хотеть любить для других то, что любит для себя. Вот вы сейчас очень замечательно сказали, чтобы этот храм, эта мечеть стала домом для каждого из вас. На самом деле это дом Всевышнего, Байтулла, дом Всевышнего, храм Божий. Никто здесь ночевать, пировать, танцевать, плясать не может. Но храм Божий, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Аль-арду куллуха масджидун илля аль-макбарата валь-хаммам». Весь мир, вот эта земля, земной шар, есть Божий храм, мечеть. Везде можно молиться, не только в мечети, не только в храмах. На каждой пяде непозволительно порицается на кладбище и в бане. В бане из-за того, что гальон,
а на кладбище, потому что там уже те лежат, которые ждут судного дня. Они закончили свой жизненный путь, наши отцы, матери, бабушки, дедушки, наши предки. И поэтому эта земля для нас свята. И наши матери, наши отцы, наши бабушки, наши дедушки тысячелетиями они похоронены на этой земле, и их тело превратилось в этот прах. Мы ходим по их головам, по их праху. И поэтому для нас это свято. И родина для каждого народа – это дар Божий. Аллах'ın бүләге. Әтиәнелеребез, әби бабаларыбыз бу туфрақта ята. Ушымызға бір туфрақты алсақ та, даже вот горсть земли поднимем, там может быть частица твоей матери, твоего отца. Ветер же перемешивает все. И даже когда хлеб кушаем, или помидоры, или огурцы с этой земли, они тоже их тела в себя вобрали. Это мы не должны забывать. Именно поэтому пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и все посланники Божии говорили о святости земли. Иттахуль арда, фа иннаха уммукум. Побойтесь земли, говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Это ваша мать, родина матушка, говорим. И наши соотечественники так говорят. Она свята. Иттахуль арда, фа иннаха уммукум. Побойтесь земли, она ваша мать, и не раздирайте ее на кусочки. И если раздирать начинают, она разве будет довольна? Любая мать и отец, если их дети сначала из-за игрушек, потом из-за велосипеда, потом из-за машины, потом из-за наследства будут, если убивать друг друга, разве мать, отец будут довольны? Могут проклянуть день, когда родили. Так и земля. Поэтому то, что вот сейчас происходит на Донбассе, на Украине, оно жжет наше сердце. Это тяжело воспринимать, когда сотни и тысячи гибнут. Но сейчас это происходит, потому что наши воины мужественно и смело защищают нашу отчизну. Вот если здесь, вот сколько домов. Я даже это место не знал, что тут уже дома есть. Ту часть Булгакова знал. А тут сколько километров до сюда? Если все вот эти соседи, как забор есть, а можно было построить этот забор и по 5, по 6 метров, если бы отделились друг от друга, если, выйдя на улицу, с друг другом не здоровались, не справлялись со здоровьем, если раздалась свадьба сына или сын вернулся из армии, если не поздравлять друг друга, какие это соседи? Какой мир, какое наслаждение может быть от этого дома? Да пусть будет из огромнейший дворец, ступеньки из золота, из серебра. Никакой радости не будет. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и посланники Божии другие говорили, сосед твой брат. Он учил, 40 домов направо, 40 домов налево – это твои родственники. Вот так мы должны жить. Но, к сожалению, в 91-м году что произошло? Вроде распались. Там отдельно. Мы уже столетиями вместе живем. И церкви, и мечети, и синагоги – все есть. Пусть каждый молится по-своему. Но вот когда мы сейчас, мальчик читал Куран Керим, руки поднимали, почему? Там говорится в этой молитве, перед каждым поклоном в намазе мы этот суру читаем, не устаем читать. Альхамдуллахи Раббиль Аламин, слава Всевышнему, Господу миров. Признаем, что Он хозяин всего, не Америка, не Европа.
Даже если у них и атомные, и прочее есть. И у нас есть. Но если все это... Сейчас вот только в Санкт-Петербурге об этом были разговоры. То применит. Но если применит, ничего не останется. Опять в первобытные времена возвращаться это будет. Ар-Рахман ар-Рахим. Слава Всевышнему, Господу миров, всемилостивому и милосердному ко всем. Он не разделяет на нации, на народы, потому что он сам создатель. Кто будет ненавидеть свои создания? И изумительнейший создатель. Даже посмотрите на комара. За 1,5 километра чувствует кровь. Никакого аэродрома, ничего нет, службы наведения нет, радаров ничего нет. И каждого он нас вот так создал, изумительно. Мы его творение. Когда раб Божий говорят, кто-то может обидеться. Да нет, никакой обиды. По его желанию, по его повелению мы пришли в этот мир и приходят и сегодня, каждый день сотни и тысячи, тысячи и миллионы рождаются. Почти что 8 миллиардов. И наши воины там защищают Божий порядок. Президент объявил годом семьи. Если семьи нету, государства нету. Если государство, как и семьи, вот в поселке, в городе, друг с другом не уживутся, вот только тогда и конец света получается. Иногда у нас электричество отключает, и тут бывает, наверное, и в зубы бывает. Частенько. Не знаешь, куда фонарь зажег, батарейка кончится, свечку поставил, и она потухнет. Трудно, без света. А откуда свет там? Солнце, луна, звезды. Аллаху нуру самавати валь арс, Всевышний Господь, Он светоч небес и земли. Этим светочем мы пользуемся. И вот этот храм, мечеть, и каждый народ строит их для того, чтобы быть благодарными Богу. Просто так к соседу не зайдешь. Да, за спичками, за солью там можно зайти. Или у тебя моркови нету, что ли, я что-то хотел плов, а моркови нету, нет ли у тебя? Дай несколько штук. Можно. А вот такие места, храмы, Божьи храмы, мечети, для того, чтобы прийти сюда. Встретиться и вместе обратиться ко Всевышнему Творцу. И коллективная молитва. Джамаат блян укулан намаз. Узингене укулан намаз. Вахараганда. Жигирмежиде улюш савабу артык. Потому что коллективная молитва, воздаяние за нее Всевышнему, чем одиночная молитва. В 27 раз больше, говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. 27 разделить на 5, получается 5 с чем-то, 5,5. То есть целые рабочие недели воздается. Если ты пошел, один день поработал, кто тебе недельную зарплату даст? 4 дня в неделю пошел, и месячную зарплату можешь претендовать? А здесь из-за чего? Чтобы объединить нас. Чтобы мы друг к другу относились милосердно, состраданием. Вот тогда мы будем настоящее человечество. Настоящие рабы Божьи. Настоящие люди, настоящие дети Адама и Евы. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, если около вашего дома протекает река, 5 раз в день там будете купаться, разве грязь останется на вас? Даже без мыла. Нет, я Расулаллах, откуда? Так и 5-кратные молитвы, намаз, говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, исполнены хоть где. Но если в мечети, воздаем 27 раз больше, то тогда никакой грязи на вас не останется, говорит Расул Акрам, саллиллаху алейхи ва саллям. Поэтому с любовью и искренней верой строятся эти храмы. И сейчас в Булгакове уже 3, альхамдулилля. Малики Йаумиддин, и судного дня
никто не сможет устроить, какого бы оружия у него не было. Мы верим в того Господа, который хозяин всего. Он и эти потуги, их оружие, может в пепел превратить прямо на месте. Или в труху. Если мы будем жить по-божески. Он читал, мальчик. Только тебе мы поклоняемся. И только у тебя мы просим помощи, Всевышний Творец. Направь нас на прямой путь к милости твоей. Сурата ладина намта алейхим, на путь тех, которых ты облагодетельствовал милостью твоей, сделал человеком. Дал разум, не только говорящий голова, но разумные, которые никогда вреда не натворят ни себе, ни окружающим. А окружающие мы все. Но мы сейчас моментально слышим и видим, что происходит в Африке, что в Латинской Америке, что в Европе, в Азии, в Антарктиде. Моментально доходит. Поэтому мы и есть огромная семья народов. Сурата ладина намта алейхим, направь нас, веди нас, Всевышний Господь, на путь тех, которых ты облагодетельствовал милостью твоей. Гайриль маудуби алейхим валаддаллин, а не тех, на кого пал гнев твой, и не заблудших. Вот сейчас этими заблудшими и тех, на кого пал гнев Всевышний, и ведут в сражении наши воины. Потому что почти что по всей Европе не только не верят, но даже пытаются изменить мир так. Из мальчиков делают девочек, из девочек мальчиков несколько полов и прочее, прочее. Какой там семья, ЛГБТ и прочее? Разврат полнейший. И хотя довести до этого. В 90-е годы мы видели. И у нас уже тогда, в 90-е годы, в некоторых больницах, вообще что во всех регионах, пытались этим заниматься. Для чего? Для того, чтобы уничтожить род человеческий. Чтобы не осталось ни семьи, ни государств, а только они попытались занять место Всевышнего Творца. Но Господь этого не допустит. Мубарак болсун, мешитлер. Это не от пустого пожелания, не просто впустую, а из искренней веры и любви к Богу, и ко всему окружающему миру, и в благодарность ему открывается эта мечеть, и поэтому она построена. Аллах Таала мубарак кылсын мечетлерибизди. Һәр кайсыларыбызга тәүфик истиқамат биреп, бердән булып, тату булып, кардеш булып, яшәүләребезне насип әйле сайды. И поэтому духовные нравственные ценности для нас не просто формальный звук или старинные какие-то предания. Это жизнь и вера. Религия – это вероустав Всевышнего для того, чтобы семья, государство и все человечество жило по праведным законам Божьим. Они даны Всевышним, они придуманы кем-то. Это продолжение того, что Адам к чему проповедовал. 124 тысячи посланников Божьих и пророков. В Коране более 20 упомянуто посланников Божьих. И все они говорили об одном – именно поэтому в нашей стране существует и межрелигиозный совет. Там представлены и Русская Православная Церковь, и мусульмане, и иудеи, и буддисты. Взаимопонимание у нас не только формальное, но и в жизни, и сколько смешанных семей. Пусть и наши дети растут в благополучных семьях, чтобы родители воспитывали их в любви к Богу, ко Всевышнему Творцу и к отчизне. И тогда у нас все будет нормально, иншааллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Газиз ва газаматли жамагат. Без буген алух халкыбызны хырмат һәм бийеклек ясы итүшләр. Кешелек күкләрендә Раббани кыяш булып балкыган ислам динебезгә шараф бирүчләр белән сезләрне таныштырдык. Аларның йөрәкләре җәннәт кебек гүзәл.
жаннат, алары кебек, саф йөрәкләр белән тулсын дип инде программабызны тәмамлыйбыз. Җәмләбезгә рәхәт бирсен, тагы да бик якында күрешүләр тәкъдир әйләсен.